Здравствуйте, меня зовут Оксана Алехина, я основатель Академии социального искусства, проекта международной конференции ежегодной о живых компаниях и преподаватель MBA-программ РАНХИКС при президенте Российской Федерации. Дорогие друзья, я вам представляю книгу Жана Франсуа Забриса «Управление через доверие». В этой книге описан опыт компании Favi, которая использует бирюзовые практики управления. Вы знаете, что сегодня это тренд, поэтому это очень интересная и важная книга. Мне посчастливилось познакомиться с Жаном Франсуа в 2019 году, когда мы организовывали очередную конференцию о живых компаниях. Он приехал к нам и выступал у нас, и затем выступал и в РАНХИКСе также при президенте, делился своим опытом. И этот человек произвел на меня очень глубокое впечатление. Я могу даже сказать, что мы стали друзьями и поддерживаем отношения. И поэтому мы решили издать его книгу, которая, я уверена, будет всем очень интересна и полезна. В этой книге Жан Франсуа описывает свой опыт внедрения гибких практик управления, которые на тот момент были просто революционными. Он по шагам очень послойно описывает свой путь, приправляя описание какими-то очень меткими метафорами, красивыми образами. И это позволяет читать книгу очень легко и увлекательно. А во второй части книги он приводит все инструменты, которые удалось наработать в компании Favi за долгие годы его руководства компанией. Поэтому книга будет интересна и тем, кто хочет читать о важном, о бизнесовом увлекательно, а с другой стороны хочет получить какой-то конкретный инструмент для своей работы. Эта книга может быть полезна, конечно, руководителям, владельцам бизнеса, но не только. Потому что практики управления, которые описывает Жан Франсуа, на мой взгляд, сегодня применимы в очень широком контексте. Мы работаем и живем с вами во время, когда сетевые отношения начинают превалировать над какими-то корпоративными, традиционными, иерархическими отношениями. Поэтому любой, кто работает в паре, в команде, независимо, большая или маленькая организация, может что-то полезное для себя почерпнуть. Мне кажется, что, читая эту книгу, можно не только вдохновиться этими идеями и тем, чтобы попробовать их на практике, но также очень много переосмысливать свой собственный стиль взаимодействия, управления. Поэтому, на мой взгляд, это может быть книга, которая как первый шаг к трансформации, столь необходимый в наше время бурных перемен.